На базе Жетысусского университета имени Ильяса Жансугурова проходит 15-я республиканская предметная олимпиада по образовательной программе «Дошкольное обучение и воспитание». В нем приняли участие более 50 студентов из 13 вузов страны. Подробнее в нашем следующем сюжете. По правилам олимпиаду проводит ВУЗ, являющийся на данный момент победителем предыдущего конкурса. В этом году организатором мероприятия стал победитель прошлого года – Жетысусский университет имени Ильяса Жансугурова. В целом конкурс состоит из 4 этапов. Это представление команд, конкурс капитанов, интеллектуальный марафон, а также игровые технологии в процессе обучения. Каждая команда состоит из 4 студентов с казахским и русским языками обучения по образовательной программе «Дошкольное обучение и воспитание». Сегодня в стенах нашего университета проходит 15-я республиканская олимпиада по образовательной программе «Дошкольное обучение и воспитание». Так как в прошлогодних состязаниях, которые проходили в городе Архалык, студенты Жетысусского университета удостоились 1-го места. Всем участникам олимпиады хочу пожелать удачи. Пусть победит сильнейший. На сегодняшний день уже прошло 2 этапа республиканской олимпиады. По словам организаторов, целью данного мероприятия является формирование профессиональных качеств будущих педагогов дошкольного учреждения, мотивация к просветительской деятельности, а также развитие творческих способностей. Мы приехали из города Алматы, университет Абай, имени Абая. Мы готовились к этой олимпиаде около месяца. Очень усердно готовились, конечно же. Мы знали, что будет из других городов. Конечно, им я желаю успехов, а нам победу, конечно. Остальные 2 этапа республиканской олимпиады продолжатся завтра. Сегодня участники проходят тесты по дошкольной педагогике, детской психологии и методике преподавания. Победители конкурса объявят в субботу. Они будут награждены благодарственными письмами ректора Жетысусского университета имени Ильяса Жансугурова, а также ценными призами. Кундуз Нурмухамбетова, Надир Хамзин, телеканал Жетысу, Талдыкорган.